Я вам решила снять отличие топового хайлендера от предтопа, потому что по цене они отличаются достаточно значительно. Смотрите, разница почти в миллион. Ну и отличий изрядное количество. Но начнем с того, что здесь салон чуть-чуть другой. Сиденье с перфорацией, потому что здесь есть вентиляция. Но есть автомобили, в которых перфорацию оставляют, при том, что вентиляции нет. Но в Хайлендере не так. Видите, с перфорацией смотрится сиденье симпатично. Подогрев вентиляции передних сидений. И здесь есть нити для зоны покоя стеклоочистителей. Адаптивный круиз будет в обеих машинах. В топовой есть подогрев руля. И обратите внимание на приборную панель. Здесь она полностью цифровая. Для кого-то это плюс, для кого-то минус. Но факт, что там она будет просто с колодцами. И здесь посмотрите вот на эти серые вставки пластиковые. Запомните, какого они вида. Сейчас пойдем во второй автомобиль. Панорама, кстати, есть у обоих автомобилей. Смотрите здесь, как выглядит салон. Сами сиденья, они попроще. Перфорации нет, сразу кожзам выглядит более, не знаю, бюджетно, что ли. Но он то, что называется, антивандальный. То есть в нем его, не знаю, что нужно делать с ним, чтобы его порезать каким-то образом, затереть. То есть он прям вот жесткий. Дальше. Помните, я вам говорила, вентиляции нет, вот она заглушка. Вот серый пластик, просто серый, без какого-то нанесения на нем. Адаптив сохранен, вместо руля у нас тоже заглушка. И вместо зоны покоя стеклоочистителя здесь просто мы направляем потоки воздуха на лобовое стекло. Вот это, наверное, основное отличие. Ну, и вот, кстати, как выглядит приборка. Честно говоря, если бы мне дали выбор, я бы, может, и такое бы предпочла. Потому что колодцы – это, безусловно, привычно и читаемо, но, по крайней мере, для нашего поколения. Проекция сохранена здесь. Три ряда сохранены, то есть это все так же трехрядная машина. Мне кажется, что они бывают с капитанами, но в нашем случае оба варианта автомобилей, они с обычным объединенным задним диваном.